На этом фоне кажутся кощунством события, о которых сообщают орловские полицейские. Сейчас они проводят специальные рейды по домам и квартирам, где живут ветераны. Стражи порядка пытаются оградить пожилых людей от мошенников. Повод к такой активности стражам порядка дали два эпизода, случившихся накануне майских праздников. На бульваре Победы 83-летняя женщина впустила к себе домой незнакомку, которая помогла донести ей тяжелую сумку. Злоумышленница похитила у хозяйки золотые украшения. Позже на улице Комсомольской еще одна пенсионерка впустила в квартиру незнакомую женщину, той надо было позвонить. За несколько минут злоумышленница нашла и опустошила тайник старушки. В ходе рейда полицейские, набившие оскомину о прописные истины, в сотый раз рассказывают пенсионерам об опасности и просят помочь орловчан помоложе. Мне бы хотелось обратиться к законопослушным жителям нашего города. Если вы стали свидетелями подобных фактов, а также обратили внимание на посторонних людей, которые пытаются попасть в ваш дом или подъезд, незамедлительно позвоните в полицию, для того, чтобы можно было своевременно изобличить данных преступников.